В Казани сегодня простились с народным художником России, заслуженным художником РСФСР, заслуженным деятелем искусств ТАССР Эльдаром Зариповым. Ему было 72. На панихиду в его галерею и студию пришли друзья, коллеги, почитатели таланта и ученики. Работы мастера – часть сокровищницы изобразительного искусства. Главной темой его творчества были деревенская жизнь и татарские женщины. Картины выставлялись во многих странах мира. Не был обделен Эльдар Касимович званиями высокими, государственными, но самое главное, что у него была и есть, и останется народная любовь, потому что его творчество правдиво и истинно народное.